Ну вот, мы на границе Зимбабве и Мозамбик. Это называется Кукс-Коне. Приехали сюда за 5-м трофеем. Задача была поставлена в том году. Мы, Жоры, взяли на себя повышенное обязательство, я в том числе, да? Приехать сюда и забрать себе 5 трофеев. Вот. Мы уже взяли носорога в ЮАР, и после этого в районе Булавая мы охотились на слона. Саша добыл слона. А сейчас мы прибыли вот сюда, вот в это великолепное место, чтобы попытать счастье и добыть леопарда с собаками. Это будет интересная адреналинная охота. Спасибо. Спасибо. Good shooting. Discipline lesson. Yeah. Okay. Хорошая дисциплина, ты хорошо слушаешь, что тебе говорят. Yeah. Thank you. Спасибо. Thank you. Not shoot. Only on time. Сегодня 28 мая 2013 года. Сегодня взяли леопарда буквально 2 часа назад. Это есть большая пятерка, тот, чем ушел, благодаря Жоре. Твиттер, с которым я уже много лет работаю, дружим, благодаря ребятам, которые привезли собак, собаки пострадали. Кошка серьезная, то есть эта кошка, это непростая кошка. Мои поздравления с великолепным трофеем из большой пятерки, последним. Ты закрылся. В эту поездку мы взяли с тобой носорога, мы взяли с тобой слона и последнего леопарда. Благодаря слаженной работе нашей команды, благодаря хорошей стрельбе, твоей хорошей стрельбе, в первую очередь, Теонис с командой собак. Ну и, возможно, в этом фильме мы покажем еще охоту на гиппопотама. Если у нас будет удача, если мы добудем гиппа, то тогда Александр будет иметь большую семерку. Danger 7. If he shoot гиппа. Well, because a crocodile will also shoot already big one. Спасибо. Thank you.
который позади самки, справа, самый правый. Тут он сейчас поднимает голову, чуть разворачивается, в лоб не стреляю, в ухо не стреляю. Сейчас он стоит ровно в четкой позиции, попробуй ставить прямо в глаз, и он сразу же пойдет под ним. Окей, шут. Ну что, поздравляю тебя, друг мой, с закрытием большой семерки Danger 7. Хороший выстрел гиппопотама. Он был немножко развернут не лбом, а чуть-чуть в профиль, поэтому выстрел был не в ухо и не в лоб. Выстрел был четко в глаз. И он моментально, без всплесков, потерял управление. Пошел ко дну. В общем-то, ожидаем, что эта подводная лодка выплывет через 2-3 часа. Да? Вот, покажем, наверное, дополнительно.